прямо к ним немножко уксуса, но там сделать что-то. Да, отлично. 0,5 нори посредине. Не посредине. Да? И разлаживай, чтобы оно было немножко нори и немножко югер. Друг мой! Примерно грамм 150. Вложим посередине его и вот в разные стороны. Раз, так, чтобы рез зашел половина на нори и половина уже вот такая вот юбка была. И начинаем его вот так вот таким образом разлаживать. Легонечко, не сдавливая. Я это сделаю сейчас в ролл Калифорния. И вот видите, оно и вот с этой стороны есть рез, и вот здесь нори есть свободная. Красили его топиком. Перевернули и ложим начинку. Пальцы сюда, этими просто вот начинку придерживай и по чуть-чуть прокручивай. И потом прижали, раз, вот оно зашло. И потом постепенно, раз, чуть-чуть, прокрутили, вышел готовый рул. С одной стороны прижали, перевернули, прижали, и с другой стороны. Готовый рул и порезали его на 8 частей. Посередине только аккуратно, вот этот просто нож, он заточен под одну сторону, поэтому если резать ровно, он будет криво резать. Если вот поставить нож и немножко вот в эту сторону, и вот так вот пиляем этот рол. Подровняли. Раз посередине.
рисую. Стоя у окна. Молодой человек, ну-ка подумайте сами. Покажите фокус, как вы сжигаете доллары. Показываю. Берем $50. Больше нету? Нет. Так, окунаем нашу специальную жидкость. Спирт и вода 50 на 50. 50. А вообще, в чем секрет всего этого? Нет, в смысле, смысл. Почему мы здесь стоим? Да. Чтобы показать, что нас есть в Одессе такой прекрасный музей интересной науки, там, где вы можете прийти и поиграть с детьми и показать им интересную науку. Ага. Ну, интересно и полезно и... Конечно. Познаватель. Да. Да, очень хорошо. Так можно сыпать тупо и все. Оно крепится. Черный квадрат по-прежнему в море. И вот это самая востребованная специальность в 21 веке. Ой, не дай бог рука отдохнет. Глазка рядом. Да, интересно. Сколько же за все это платят? Увлечение повальное. Начиналось с женщин, девушек, девочек. Теперь охватило все слои общества. Все гендеры, все три. Или сколько их там уже у нас сейчас? Ну, не у нас, а в Европе, куда мы стремимся. Thank you.
раньше был натурщик, а теперь объект, холст, как его назвать. Мольберт. Еще две мышки, специальные геймерские мышки, которые специально сделали.